60 секунд. И на этот раз о важности связей. Однажды, жарким летним днем, человек рассматривал песчинку. И обнаружилось, что одна песчинка очень прочная. Оу! А если есть много-много песка, то тогда можно что-то сделать. Подумал человек и решил построить дом. И только он взялся за дело, как оказалось, что все не так-то просто. Дело в том, что солнце высушивает песок, а ветер сдувает все начинания. И мечта о доме представляется уже не настолько реальной. В чем же дело? Дело в том, что песчинки не связаны между собой. Что же делать? Эврика! Если в песок добавить цемент, который свяжет песчинки между собой, то тогда можно построить большой, красивый, шикарный дом. Это будет очень-очень прочный дом, которому не страшны ни жара, ни ветер, и который простоит бесконечно долго. Но дело не в доме. Дело в том, что каждый отдельный человек подобен песчинке. И если не связан друг с другом, то носится по всему свету, как по воле ветра. Занятый своими делами, своими мыслями, своими желаниями. А если мы сможем остановиться? Заинтересоваться друг другом? Объединиться? То тогда может получиться такое... Сам не знаю, какое, но что-то очень красивое и бесконечное.